А вы знаете, как сложилась судьба участников знаменитого митинга 2011 года на проспекте Сахарова против Путина? Давайте вспомним. Илья Яшин. Сегодня он в тюрьме за свою антивоенную позицию. Сергей Удальцов. Отсидел в тюрьме и теперь снова преследуется. Сидит в СИЗО. Максим Кац. Уехал. Константин Крылов. Умер. Григорий Явлинский. Продолжает фактически руководить партией «Яблоко». Константин Косякин. Умер. Владимир Тор. Ушел из политики, ныне работает таксистом. Борис Немцов убит в 2015 году недалеко от Кремля. Расследование не нашло заказчика убийства. Писатель Борис Акунин уехал из России. Ксения Собчак занимается журналистикой. Поэт Дмитрий Быков уехал из России. Алексей Гаскаров отсидел более 3 лет в тюрьме. Григорий Менканьянс ныне сидит в СИЗО. Алексей Кудрин ныне советник Яндекса по корпоративному развитию. Алексей Навальный 16 февраля 2023 года убит в тюрьме в поселке Харп на Ямале.